Если у нас имеется тремор в руках, он не так давно появился, да? Да, недавно. Недавно появился. Где-то, и одновременно у нас появился еще и при сдаче гормонального фона, определяли мы в щитовидной железе, повышенный гормон, какой у нас? Тиреотропный гормон, да. Повысился, да? Мы говорим, что это проблема лимфаденита. Я сейчас работаю по лимфатическим узлам, которые у нас идут от подмышек до подключичной зоны, и пальцы у нас в каком состоянии? Ну, сейчас-то вот нормально стало. Пальцы онемели сначала, а теперь они закровоснабжались. Всякий тремор – это мышечное движение для того, чтобы убрать застой. Значит, мы говорим, вот здесь у нас сейчас проблема, и чтобы наладить отток и приток лимфы в руке, у нас начинается дополнительное мышечное сокращение. Любой тип и любой тремор – это проявление застоя, и мышцы начинают убирать эти застой. Поэтому мы сейчас с вами изменили кровообращение в руках. Больше в большом пальце, да? Далее в других пальчиках. И онемение ушло сейчас. Тиреотропный, да. Отлично. То есть мы разобрались сейчас с тремором в руках.